Друзья, товарищи, всем здравствуйте! По многочисленным просьбам сегодня буду показывать, как приготовить насадку под кодовым названием «Желтые сопли». На самом деле эта насадка может быть разного цвета, все будет зависеть от того, какой краситель вы в нее добавите. Готовится она очень просто, быстро, хватает ее надолго. Ловлю я на нее преимущественно карася. Итак, нам понадобится 100 мл воды, 30 мл крахмала. Крахмал может быть либо картофельный, либо тапиоковый. И нам будет нужен краситель, сухой краситель. Также я периодически добавляю арому. Добавляю либо чеснок, либо мотыль, либо ваниль. Заливаем водичку в стакан. Добавляем туда краситель, немного, ложечкой размешиваем, смотрим, если такой цвет устраивает, значит, больше ничего добавлять не надо. Если хочется чего-то более яркого, тогда добавляем еще. Размешиваем. В принципе, неплохо. Теперь сюда можно добавить аромы или капельки рыбацкие и потихонечку засыпаем сюда крахмал. А теперь мы все это дело выпиваем. Шутка. Теперь берем и ставим в микроволновку. Ставим в микроволновку на 30 секунд. Поехали. Тридцать секунд прошло. Крахмал начал густеть. Размешиваем его опять. Ставим еще на 30 секунд. Видите? Уже начал густеть. Опять размешиваем. Уже замешивается не так хорошо, как первый раз. Уже такое погуще стало. Еще раз на 30 секунд. Смотрите, какое преобразование пошло. Он становится прозрачным. Размешиваем опять. Уже прям густой такой стал. Густой, липкий, но пока что до состояния насадки он не дошел. Вот такой вот он получается, видите, висит. Уже прям как сопля такая. Вот он, видите. Оп.
Еще разик засовываем на 30 секунд. Он прям кипит, видите? Все, это уже финальное состояние насадки. Вот, он уже прям такой, какой он должен быть. Он сейчас остынет, стабилизируется, станет гуще, плотнее. И его можно будет поместить в шприц и выдавливать как мамную болтушку. Вот он. Насадка эта нежная, закидывать ее можно исключительно поплавочной удочкой. Слетает она с крючка достаточно быстро, но в то же время на карася она действует, я должен сказать, очень даже хорошо. Круто. Также еще хотел показать то, что эта насадка в воде, она невесомая, видите какая. То есть очень нежная насадка такая на карася, который не клюет. Wow.
Толстенький. Желтенькую сопельку съел. Карасик. Ребята, это что-то новенькое. Клюнул пискарь, короче. Я в шоке вообще. Никогда бы не подумал, что тут есть пискари. Вот на верхнюю желтенькую сопельку клюнул пискарик. Давай, беги, дорогой. Сопельку, по-моему. Да, на сопельку клюнул. Как им нравится эта сопля. Вообще прям. Я беру, катаю шарик теста. Где-то примерно сантиметр в диаметре. Иногда полтора. Вот, ну, на крючок шестой номер. По японской классификации я мотаю, я вот скатываю примерно где-то сантиметровый шарик. Все, дальше крючок вот так вот прикладываю, он у меня получается входит жалом в колобок, немножко вот так вот продавливаю, леска идет между пальцев, и потом вот здесь вот скатываю, все у меня получилась вот такая вот груша. Далее, нижний крючок, я использую удон, это так называемые сопли, желтые, выдавливаю, получается, на крючок такой вот шарик, вот он, и в воде происходит следующее, верхнее тесто начинает осыпаться и распространяет такое облако ароматной мути. Рыба подходит и видит, что тут болтается такая большая частица, и она ее засасывает. И, соответственно, идет поклевка на поплавок. Вот такая простая система, которая очень эффективно работает по карасю. И чем чаще ты делаешь забросы,
тем интенсивнее клев, потому что каждый заброс – это дополнительный закорм точки. Все, погнали. Классный попал. Тихо. Это поклевка была. В шахте просто. Крючок в шахте. Просто там.